Окей. Всем привет. Кто не знает, меня зовут Борис Гулин. Я работаю с языком Go последние пару лет. И сегодня я хотел бы поговорить про такую тему, обсудить такую тему, как что может вообще, в принципе, создавать боль у вас на проекте. То есть какие решения могут быть неоптимальными, какие могут впоследствии потенциально привести к каким-то проблемам. Я всем, что валяется рядом, скажем так. Почему решил выбрать именно эту тему? Отвечаю. Мне за последние 2 года пришлось поработать на множестве разных проектов с множеством разных команд. Проекты были разные, начиная с обыкновенного дата-майнинга, заканчивая real-time процессингом данных, транспортная логистика, и сейчас вообще разрабатываем какую-то а-ля социальную сеть. То есть пришлось поработать, и мало того, что пришлось поработать в разных направлениях, в разных сферах, так еще пришлось поработать с разными командами, категорически разными командами, начиная от команд вообще без опыта, заканчивая командами, которые начинали разрабатывать на Go еще до стабильной версии. И у всех есть проблемы, у всех есть какие-то ошибки, и получилось так вот, что смог собрать небольшой список основных вещей, на которые я обращаю внимание, в основном, когда либо иду на новый проект, либо мне говорят, вот тебе сервис, скажи, что там плохо. То есть я смог вот оградить такой вот список своих хелс-чеков, которыми я могу проверить каждый проект, каждую код-базу. Ну, как проверить? Каким-то образом оценить ее. А зачем это вам? Для того, чтобы вы могли, опять-таки, в своем проекте, опять-таки, хочу поделиться этим с вами, чтобы вы могли проверить свой проект, поудалять оттуда какие-то лишние вещи, исправить какие-то вещи, ну, в принципе, зашарить knowledge. Окей, это все поступление. Идем к первому пункту. Монопакеты и микропакеты. Встречал проект, что такое вообще монопакет? Монопакет — это когда у нас здоровенная Go-оплекуха, я не говорю про какие-нибудь маленькие на коленке написанные, которые служат только для того, чтобы, как клиентская какая-то оплекушка, которая как хелпер. То есть там это окей. Я говорю про какие-то большие проекты, enterprise, в которых используется всего один пакет main. Почему так делается, непонятно, но такое существует. И второе — это микропакеты. Это когда у нас на проекте, когда у нас в одном Go-проекте создается много-много-много маленьких пакетов, которые линкуются между собой, вызывают друг друга, и они создаются настолько маленькие, что вплоть до того, что одна user story — один пакет. Что создает соответствующий mess. Пройдемся по минусам. Какие проблемы это может нам создать? Монопакеты либо микропакеты? Первое — инкапсуляция. В Go инкапсуляция вообще построена на пакетах. То есть мы можем экранировать только то, что находится в другом пакете. У нас нет возможности запретить доступ к чему-то, что находится в данном пакете. Проблема с монопакетом тем, что то, что у нас все доступно, то есть кто угодно может менять что угодно, кто угодно может смотреть что угодно. Но это создает некоторые неудобства как в разработке, так и в рантайме. В разработке это то, что нам, во-первых, приходится постоянно пересматривать весь этот список функций, переменных и констант, которые доступны в нашем пакете. С микропакетами проблема то, что нам нужно вручную перебирать каждый пакет в поисках той самой функции, которая нужна, потому что, как обычно, кто-нибудь назовет не так, и мы ее потом не можем найти. То есть это тоже проблема. Помимо всего прочего, это создает хаос на проекте, потому что никогда невозможно ничего найти. То есть мне сейчас приходится работать с legacy кодом, в котором в одном из сервисов есть куча legacy кода, в котором именно монопакет. И там большую часть времени я просто трачу, перебирая разные комбинации с Ctrl-F по проекту. Потому что по-любому уже что-то где-то было реализовано, но я его найти банально не могу, потому что оно не структурировано. Оно валяется в одной здоровенной куче. То есть это очень неудобно. Следующее. Сложно тестировать. Это относится больше к микропакетам, потому что с микропакетами нам приходится создавать очень много избыточных тестов. И получается, что одни тесты перекрывают другие. Ну и помимо всего прочего, еще проблема с моками, с ставами, симуляцией environment для проведения тестов. Нам это приходится кучу раз повторять и кучу раз дублировать. И это лично моя боль последняя — это IDE-шка умирает. Поскольку я сижу на голланде,
что он же вишня, он кушает очень много памяти, он любит сканировать абсолютно весь проект на любом минимальном изменении. Вот, поэтому, когда у нас монопакет есть, при каждом изменении в этом пакете он перепаршивает абсолютно весь пакет. Все 1500 файлов, допустим, у меня. Вот. И это вот в лучшем случае на какой-нибудь супер CPU занимает, ну, 2-3 секунды. Вот, это надо делать при каждом изменении. То есть это очень удобно. Окей. Монопакеты, микропакеты, тут, думаю, понятно. Переходим к следующему, к вишенкам. Вот. Пропуск ошибок, пропуск проверок ошибок и проверка лишнего. Что с первым, что со вторым, как бы приходится стыкаться достаточно часто, и это гораздо более острая тема, чем монопакеты и микропакеты. Для тех, кто не в курсе, в Go, в принципе, обработка ошибок, обработка какого-то аварийного состояния, если это можно выразить так, выполняется только при помощи явной передачи ошибок. То есть мы сами должны передавать эту ошибку, сами должны определиться, на каком уровне мы ее хендлим, сами должны определиться, как мы ее хендлим и что будет происходить с дальнейшим флоу. Вот, то есть никаких эксепшенов, никаких кетчей, ну, как бы, возможность есть, как бы, но это не канонично. Вот. То есть это единственный способ, с которым мы можем похендлить ошибки. Поэтому скипать их и нулить, в принципе, плохая идея. Вот. Ну и проверка лишнего тоже достаточно плохая идея, поэтому мы об этом сегодня поговорим. Итак, насчет проверки ошибок, по-моему, лучше всего за все время, что я наблюдал за всей этой эпопеей с «мы не хотим if error nil» и так далее. Вот, лучшим, кто выразил эту идею, был Иван Данилюк в Твиттере, который четко написал, что каждый раз, когда я пытаюсь занулить ошибку, вот, в конце концов я оказываюсь среди какого-то страшного кода, дебажа ошибку, связанную с этой зануленной эророй. Вот. Ну и так на самом деле каждый раз происходит. То есть ты даже думаешь, что вот этот маленький кусочек кода, вот тут вот я вот сейчас пропущу, вот обязательно там вляпаешься. Поэтому как бы желательно не скипать. Ну и теперь небольшие экзамплы. Экзамплы того, как наиболее часто пропускают ошибки. Первое. С файла. Мы открываем файл. Мы получаем файл, мы обязательно проверяем ошибку, получилось ли у нас открыть файл, а тоже, значит, если файл не откроется, все, потом паника будет с ниловым F. Тут все проверяем, потом копируем что-то в stdout, проверяем, обязательно скопировали или не скопировали, а потом в дефере закрываем. Вот. Если кто не в курсе, close также возвращает ошибку. Вот. И это, наверное, наиболее частый скип ошибки, который я видел. Ее очень неудобно проверять, потому что в дефер приходится пихать целую функцию либо делать какой-то враппер для этого, чтобы он логировал. Но в любом случае хендлить ее надо, потому что если у вас недозапишется файл, вы его закроете, проигнорируете ошибку, вы потеряете банально данные. Вот. Очень простой пример. Да. И второе, не менее популярный, потому что на Go часто пишут разные HTTP REST API-ки, вот, то связан он именно с HTTP. Делаем какой-то запрос, получаем какой-то респонс, копируем body куда-нибудь, либо работаем с body, обрабатываем body, неважно, что мы с ним делаем, вот, и закрываем body. Та же самая ситуация. Только тут проблема может быть даже немного хуже, потому что под капотом там могут ликать ресурсы. Вот, поэтому лучше не забывать и все клозать. Вот, ну, опять-таки, проблема с записью и чтением данных. Что-то может быть недозаписано, либо что-то может быть недочитано из тела. Вот. Идем дальше. Насчет проверки лишнего. Ну, тут вообще звезды хит-парада. Первое — это мапы. Часто вижу такую ситуацию, когда у нас есть какая-то, ну, это достаточно абстрактный пример, то есть никакого смысла он абсолютно не несет, но показывает саму суть. То есть у нас есть какой-то массив данных, у нас есть какой-то ключ, вот, и мы дальше хотим внутри нашей функции мы хотим сделать какую-то обработку этих данных. Вот, что мы делаем? Мы достаем по ключу данные, обязательно используем второй параметр. Кто не в курсе, в map при запросе к мапе, при попытке достать чего-то из мапы, у нас есть два разных синтаксиса. Первый, мы можем получить только одну переменную, и в случае, если ключа не будет найдена, она будет пустая, либо можем получить две переменные. Вот. Дата останется точно такая же, она будет точно так же себя вести, но ok будет сигнализировать, это будет булевое значение, оно будет сигнализировать, найден ключ, либо не найден. То есть true, false, не больше.
Вот. То есть, в принципе, вот этого вот параметра достаточно, чтобы определить, существует ключ либо нет. Вот. Ну и в дальнейшем, что обычно происходит, народ не доверяет этому ОКУ и проверяет обязательно ключ и обязательно проверяет данные. Согласен, в некоторых случаях, когда у нас есть бизнес-логика, связанная с, ну, с возможностью обработки пустых данных, то есть есть какая-то логика вокруг этого, это имеет смысл. Но зачастую это делается просто после каждого запроса в мапу. Вот, это абсолютно бессмысленно. Вот это можно полностью удалять. Вот. Следующее — это тоже красавец. Вот. У нас есть какая-то функция, висящая на методе. Вот, она принимает какие-то параметры, она возвращает ошибку. Вот, и мы вешаем эту функцию на поинтер этой структуры. Вот, дальше на первой же строчке функции мы проверяем, не равен ли этот поинтер нилу. Причем самое дурацкое, что сколько раз я видел эту ошибку, обязательно, я не просто так здесь вот так вот сложно все это расписал, потому что сколько раз я видел эту ошибку, обязательно ошибка здесь в ретурне очень дескриптив, она описывает все параметры, обязательно все пишет, то есть она такая серьезная, чтобы было понятно, что произошло. Вот, но проблема в том, что вот эта проверка абсолютно бессмысленна. Существует всего два варианта, как это, что может произойти, если t nil. Первый вариант, если наша функция, а вот эта функция внутри использует t, то есть она обращается к t, берет из него какие-то параметры, то мы поймаем панику на моменте вызова этой функции, а не внутри этой функции. То есть Go поставит проверку перед вызовом функции, паникнет нам, и вот этот if никогда не выполнится. Второй вариант, если мы не используем t внутри нашей функции, то есть, допустим, у нас есть t, которая там просто return, какую-то ретурн каких-то статических данных делает, либо работает только с аргументами, принятыми явно переданными пользователям. Вот, в таком случае мы можем даже на неле вызвать эту функцию. Вот, но в таком случае эта проверка абсолютно бессмысленна, все равно мы к ней не обратимся, поэтому чего проверять. Вот, то есть это два таких примера проверки чего-то лишнего. Идем дальше. Фабрики. С фабриками познакомился на проекте, когда у нас была еще команда разработчиков со стороны клиента, вот, и с той стороны они очень сильно любили использовать фабрики. Вот, фабрики были для всего. Фабрики были для создания коннекшенов в базу данных, для создания конфигов, для создания коннекшенов в базу данных, для создания конфигов. Ну и, короче, это уходило просто в какой-то абсурд, выходило на какой-то абсурдный уровень. То есть фабрики использовались абсолютно везде. Вот. Дальше я стыкался с фабриками на нескольких проектах, но гораздо меньше, но вот по поводу этого первого опыта это, наверное, самое незабываемое было. Вот. Вообще, в принципе, что такое фабрика? Фабрика — это такой паттерн, который создан для того, чтобы помогать конструировать какие-то объекты. То есть это, в принципе, хорошо, его можно использовать правильно, но его злоупотребление приводит просто к непредвиденным последствиям. Ну, нет, к вполне себе предвиденным последствиям, но от этого они становятся не легче. Вот. Идем по пунктам. Первое. Мое наблюдение, почему вообще люди начинают злоупотреблять фабриками в Go. Первое — это предыдущий опыт. Зачастую люди приходят с таких языков, как C-Sharp, Java, где фабрики, в принципе, очень каноничный способ что-то делать. Хотя от людей из Java и C-Sharp я тоже слышал, что они бежали к Go только потому, что тут не злоупотребляют фабриками и вообще дженериков нет. Вот, но это отдельный разговор. Вот, но зачастую это связано с предыдущим экспириенсом. Люди приходят на проект, люди видят какие-то примитивы, которые они могут, примитивы языка, которые кажутся им знакомыми, и они понимают, что они могут их использовать по-своему, потому как они до этого использовали, и они пытаются прилагать свой опыт, потому что достаточно сложно просто без опыта садиться и сначала все учить. Поэтому начинают городить эти огороды. Вот, то есть это... Ой, куда меня понесло? Вернись. Да. То есть это проблема, но она, в принципе, со временем искореняется, но это время надо пережить, и человека надо, вот этого вот самого создателя фабрик нужно поймать и вылечить. Вот. Дальше, что это, почему это вообще плохо? Потому что злоупотребление фабриками регулярно может быть следствием каких-то memory-leak'ов и просадках в перформансе. Потому что эти фабрики зачастую неконтролируемые, ну, как зачастую.
с теми, что я стыкался, фабрики были неконтролируемы. То есть они постоянно что-то создавали, они постоянно плодили объекты, они на любой запрос, допустим, с HTTP endpoint, вот, разработчик обращался к ни разу не GoDobject, говорил ему, давай мне фабрику какого-нибудь конкретного базы данных, оно ему говорило, давай мне фабрику конфигов и так далее. Это все создавалось, все эти объекты создавались. В итоге получался только один используемый объект базы данных, который, в принципе, можно было бы переиспользовать из предыдущих, но и создавался новый. Вот, он использовался и потом выкидывался. Garbage collector приходилось убирать все эти конфиги, все эти коннекты и так далее. То есть этого можно было бы избежать, если просто бы использовать какие-то более каноничные способы, допустим, те же самые пулы коннектов и так далее. Вот. С dependency injection'ами это вообще становится легко. Никакие фабрики тогда не нужны. Вот. Чем это чревато помимо ресурсов перформанса и памяти, CPU памяти? Это еще чревато readability кодом. То есть у нас есть куча фабрик, и мы постоянно к ним обращаемся. То есть мы понимаем, что что-то нам должно сконструировать что-то, но что там на самом деле под капотом находится, это достаточно сложно определить. Поэтому каждый раз, когда мы встречаемся с какой-то фабрикой, нам каждый раз приходится зайти внутрь и посмотреть, как она работает. Потому, если мы еще туда так не лазили, не смотрели. Вот, то есть практически нет возможности определить ее поведение по хедерам. Особенно когда, ну, не по хедерам, по ассайменту функции. То есть потому, какие она параметры принимает, потому что она возвращает и так далее. Вот, потому что зачастую она уходит очень глубоко и принимает очень страшные вещи и возвращает достаточно простые вещи, вот, что порождает лишние вопросы. Вот, ну и последнее — это дебагинг. Дебагинг такого кода становится просто адом, потому что мы никогда не можем знать, какая фабрика что под каким конфигом сгенерировала, что в тот момент конкретно там было. Вот, и помимо всего прочего, очень сложно ходить по коду. Если мы там не используем какую-нибудь, опять-таки, идею, вот, которая кеширует все эти использования и так далее, то это достаточно проблематично. Но на той же самой идее проблема у нас с CPU. То есть мы тупо постоянно висим по 5, по 6 секунд в ожидании того, что идея пересканет все заново и найдет места использования или места, откуда эти фабрики растут. Вот, это очень проблематично. Поэтому не злоупотреблять. Это, скорее всего, пункт не про сами фабрики, а про злоупотребление вообще чем бы то ни было. Вот, в данном случае это фабрики. Окей, теперь экзампл. Для того, кто вообще не понял, о чем я тут распинался, вот очень-очень простой пример, очень симплифицированный, то есть того, как может выглядеть фабрика. То есть у нас есть какой-то объект, внутри объекта есть куча-куча сеттингов, и этот объект нам, и на этом объекте, на этой структурке у нас есть два метода, db и q. Вот. И по вызову этой функции, без передачи каких бы то ни было параметров, в данном конкретном примере, вот, он нам возвращает коннект базу данных, либо же там какой-нибудь другой коннект, в этом случае в очередь. Вот, то есть, а внутри что происходит, внутри этой функции что происходит? Она обращается к N, берет какие-то конфиги и структуры, которые мы предефайнили заранее, создает новое соединение и возвращает его наверх. Все, больше ничем не занимается. В более печальных случаях тут лежат у нас не просто конфиги, тут у нас лежат другие объекты, другие фабрики, которые возвращают нам эти конфиги, которые просто нам возвращают эти конфиги, либо не обязательно конфиги, то есть все что угодно. Вот. Окей, бежим дальше. Пустой интерфейс — это не дженерик. Первое, что такое пустой интерфейс? В Go интерфейсы описываются как отдельный тип, то есть интерфейс может описать у себя внутри несколько методов, ну, 0 и больше методов, вот, и те типы, которые реализовывают этот интерфейс, то есть те, у которых есть эти методы, описанные внутри интерфейса, они могут быть посунуты на место этого интерфейса. То есть все очень просто. Выполняешь у тебя есть эти методы, удовлетворяешь интерфейс. Нету методов, до свидания. Вот. И это правило работает настолько четко, что даже если у нас есть интерфейс с нулем методов, то его тоже можно чем-то удовлетворить. Например, чем угодно. Пустой строкой, не пустой строкой, цифрами, типами, чем угодно. Все, у чего есть хотя бы ноль методов. Ну, соответственно, все. Вот. И дженерики. Что такое дженерики? В двух словах, это
такое сокращение от generic code, общий код. То есть это когда код пишется для выполнения каких-то общих задач, когда мы, в принципе, можем отвязаться от типа и выполнить какую-то функциональную операцию, вот, не уточняя, что это за тип, и не обращаясь к нему в принципе. Вот. И зачастую, ну и поскольку интерфейсы позволяют просовывать все, что угодно, то зачастую этим злоупотребляют для реализации вот такого вот общего кода, который не будет не привязан к типу. Итак, чем это чревато? Первое. Мы теряем строгую типизацию. Поскольку Go строго типизированный язык, то на это делается очень большой упор. Зачастую можно сидеть, писать код час-полтора, вообще ни разу его не запуская, просто ориентируясь по типам и по тому, что ты пишешь, а оно, собака, еще в конце и запустится. Вот, и оно тоже запустится, иногда еще и работает правильно. Вот. Но как только мы объявляем, что мы будем работать с пустыми интерфейсами, то есть тут может быть что угодно, стринга, int, тип, либо любая структура, любой другой интерфейс, все что угодно. В тот момент, когда мы объявляем, что мы работаем с пустыми интерфейсами, мы банально теряем любую привязку к любым типам. То есть в чем проблема? Проблема в том, что на входе нам приходится каждый раз обрабатывать данные и ассертить интерфейс, определяя, что там лежит внутри. Интерфейс внутри реализован как контейнер, то есть в нем лежит поинтер на данные и на тип. Вот, то есть нам приходится распаковывать, говоря, этот контейнер, смотреть, что там внутри, и пытаться определить, какой тип мы используем. Вот, это проблема, и это куча нечитаемого кода, которого можно было бы избежать. Вот, а что хуже, что считается вообще плохим тоном, это возвращать пустой интерфейс. Вот. Почему? Потому что тогда функция становится вообще непонятная. То есть ладно бы тут было бы в конце написано «возвращает type», которая на самом деле возвращает тут у нас. Вот. Но нет, она возвращает пустой интерфейс. Поэтому каждый раз, видя эту функцию, я должен залезть внутрь, посмотреть вот этот var result, прокрутить до самого конца функцию, убедиться, что именно result возвращается, а не какой-нибудь другой. И тогда после вызова этой функции еще и ассертнуть нужный тип. То есть это создает лишние проблемы, лишние проверки, лишние эроры нужно создавать, хендлить. То есть это зря. Проще сгенерировать код, либо банально его сдублировать для разных случаев. Вот. А почему такое создается? А потому что, вот, допустим, вот этот пример был скопирован и изменен до неузнаваемости из одного из проектов. Вот. Этот код был написан для того, чтобы удовлетворить интерфейс. То есть был описан интерфейс для... То есть, была куча моделей для баз данных, вот, и у всех у них были стандартные типы сериализация, десериализация, там, достать, положить, set, get, update, то есть там, стандартный набор CRUD, ну, еще ряд функций. Вот, и захотелось все эти стандартные функции описать каким-то одним интерфейсом. Вот, но проблема в том, что на каждой модельке используются разные типы. Табличка одна, тип один, табличка другая, тип другой. Вот. А какое было принято решение? Было принято решение использовать пустые интерфейсы. Вот. Таким образом, мы в интерфейсе описали, что нам нужна функция, которая принимает map string интерфейс и возвращает какой-нибудь интерфейс. И под это, в принципе, подпадали абсолютно все типы, абсолютно все кейсы, которые нам нужны были. Вот. Но это создавало кучу других проблем. Вот. Ну, первое, то, что я уточнил насчет строгой типизации. Второе — это перформанс, потому что интерфейс — это контейнер для типа. И, как я сказал, он у нас внутри хранит поинтер на данные. А если поинтер на данные, то первое, нам нужно к нему постоянно обращаться. Второе, доступ к нему будет медленнее. Второе, он у нас лохится на хипе, значит, у нас garbage collector будет его чистить. Ну, и, в принципе, все. Вот. И насчет читабельности я уже уточнил несколько раз. Окей. С пустыми интерфейсами это все. Топаем немножко дальше. Овер-оптимизация. Оптимизация в проекте — это хорошо. Хорошо, когда у нас эффективный код, хорошо, когда он у нас хорошо написан, хорошо, когда у нас оптимально использует ресурсы, когда у нас все супер. Но плохо, когда он у нас идеально использует ресурсы. Что я имею в виду? Я имею в виду случаи, когда у нас есть какая-то очень-очень узкая задачка. Допустим, на входе в аппликуху мы принимаем какой-то JSON. Здоровенный JSON, не знаю, 200 полей, куча вложенностей, куча всего. Вот, и нам нужно оттуда два поля.
Вот, и мы решаем, ага, мы не хотим парсить весь JSON, мы хотим его оптимизировать. Мы берем какую-то хитрую библиотеку, начинаем с этой хитрой библиотекой доставать оттуда только два этих поля, вот, потом смотрим, что, в принципе, библиотека слишком сложная, мы начинаем вручную парсить этот JSON байтик за байтиком, находя нужные вхождения, там, распаршивая туда данные и так далее. Вот, то есть у нас мега-оптимизированный код, он делает все очень оптимально, но если нам придется добавить туда третье поле, которое нам надо будет доставать. Нам придется разобраться во всем этом коде, нам придется найти, как туда вклиниться, и все-таки вклиниться. Вот, вот проблема овер-оптимизации. Ну и что это вообще такое? Идем немного к пунктам. Первое. Как я сказал, мы очень-очень сильно стягиваем наш код. Наш код получается исключительно связанным и сложным. То есть он заточен на одну конкретную задачу. Он, ну, с JSON он, наверное, не заточен под одну задачу, это достаточно простой пример, но бывают случаи с более комплексными какими-то вещами, там с математикой и так далее, когда мы затачиваемся под какой-то пример. Вот. И тогда его очень сложно понять и сложно изменить, потому что он связан. Вот. Второе, его сложно поддерживать, потому что нам нужно его читать, и нам нужно его изменять, не теряя перформанс. Потому что, когда кто-то его уже оптимизировал, скорее всего, этот умничка-маньяк-оптимизатор его обернул бенчмарком, чтобы все видели, как он хорошо оптимизировал. Вот. И потом, если ты, не дай бог, добавишь туда что-то неоптимальненько, вот, то бенчмарк провалится. Вот. И у вас это появится на какой-нибудь статистике. Вот. Это может быть очень плохо. Вот. Поэтому человеку, который что-то изменяет в этом коде, поддерживает этот код, придется первое разобраться, поправить что-то, добавить что-то, и потом оптимизировать его еще раз. Иначе банально ваши бенчмарки там не пройдут, если вы к ним привязаны. Вот. Ну и последнее, немаловажное, то, что у вас в команде все-таки маньяк-оптимизатор. Вот. Это достаточно плохо, потому что оптимизировать он будет все даже неявно. Вот. И с этим надо бороться. Ну, как бороться? Хорошо, когда он есть, его нужно контролировать. То есть хорошо, когда маньяка-оптимизатора можно направить в нужное место. Вот, плохо, когда он начинает оптимизировать все. Окей. Идем дальше. Да. Leaky Garutin и датарейсы. Я их объединил в один пункт, потому что второе без первого существовать как-то не очень можем. Итак, что такое Garutin Leaky? Garutin Leaky... Ну, Garutin, я думаю, уже писать не надо. Вот. Garutin Leaky — это когда у нас проблема с тем, что мы не контролируем наши Garutin. Ну, когда общее такое, достаточно общее поверхностное объяснение, что такое Garutin Leaky, я там подробненько их по пунктам опишу. Вот. Но это, в принципе, в очень общем понятии — это когда мы не контролируем свои Garutin. То есть мы не знаем, что с ними происходит. Мы, ну, либо мы знаем, но нам все равно. Вот. Датарейсы — это ситуация, когда у нас несколько Garutin, либо, неважно, несколько чего, пытается одновременно работать с одним и тем же самым участком памяти. С одной и той же самой variable, с одним... с одной и той же самой мапой, слайсом, неважно. То есть с одним и тем же. Когда, допустим, две сущности пытаются записать допустим, один и тот же самый ключ в мапе. Либо же, когда один пытается записать, а второй пытается прочитать. В таком случае данные могут быть кратными. Это датарейс. Теперь давайте по пунктам. Чем это вообще плохо? Первое. Потенциальная потеря данных. С Garutin-лейками. Как это возможно? Garutin у нас может... если мы не контролируем Garutin, то мы можем их бесконтрольно... Sorry. Вот так. Если мы не контролируем Garutin, мы никогда не знаем, когда они закончились, когда они закончили свою работу. То есть мы не можем проконтролировать, что тот кусок работы, который мы на них повесили, что он был корректно закончен, корректно сохранен, и все было... что наши данные целостные. За трейсами тут все логично. Когда двое пишут в одну и ту же самую ячейку, по-любому будет какая-то билиберда. Либо один все запишет, либо второй все запишет, либо они каждый пополам запишут, либо будут байт через байт взаим записывать. То есть как получится, так и получится. Вот. Performance. С Garutin Leaky, ну, за трейсом performance вряд ли как-то пострадает, вот, но с Garutin Leaky может пострадать, потому что чем больше Garutin мы запускаем, тем больше нашему скедулеру в Go надо
напрягаться и переключаться между ними, то есть ему нужно все это контролировать. Потому что мы в Go не контролируем горутин, для этого у нас есть рантайм, а в рантайме есть скедулер, который тоже тратит какие-то ресурсы на анализ горутин и на то, какую сейчас запустить, какую сейчас поставить. Если у него становится очень много горутин, ему придется очень много перед этим свечаться, и это просто какие-то проблемы. С горутинами это достаточно часто. Вот. Но это только для одного из случаев горутин, дальше по ним пройдусь. Вот, следующее, профайлинг, трейсинг. Не знаю, для всех ли так, либо только для меня я что-то делаю не так, но каждый раз, когда у меня в аппликухе есть какие-то горутин-лики, либо я ее заканчиваю раньше, чем все горутины, кроме main, закончатся, у меня всегда получается коррапнутый профайл, либо трейс-аутпут. Вот. Он либо вообще не открывается, либо же возвращает какую-то билиберду мало связанную с тем, что вы ожидали от него получить. Вот. То есть не ручаюсь, что это правда, но может кто-то проверит. Вот, у меня такая ситуация постоянно. Вот. Ну и последнее, непредвиденное поведение. С горутин-ликами я объяснил, тут все понятно. И с датарейсами, думаю, тоже должно быть понятно, потому что мы никогда не знаем, что в результате мы запишем, не запишем, получим данные, не получим данные. Это всегда проблема. Итак, теперь по горутин-ликам. Я разделил горутин-лики, в принципе, на три разные вида. Первый, который можно... Это, наверное, такой самый бесшабашный и так, по рок-н-роллу. Что у нас происходит? У нас есть какой-то набор данных, в данном случае набор ключей, вообще не важно. Вот, мы по нему итерируемся и говорим, так, у нас ключей там over 100 тысяч, и мы классные пацаны, у нас есть Go, у нас есть concurrency, мы сейчас в concurrency запихаем все наши данные, и оно сделает нам конфетку в результате. Вот, мы берем все наши данные, для каждого ключа запускаем отдельную горутину, горутина должна что-то там порешать, достать какие-то данные, вот, запустить еще одну горутину, и пускай это работает. Вот. В чем тут проблема? Даже без вот этого вот ада тут проблема первая, в том, что мы в форлупе запускаем n горутин. То есть у нас неконтролируемое число горутин. То есть если ты можешь предвидеть количество горутин, это окей запускать их в форе. Но если количество горутин зависит от юзер-инпута, либо от того, что у тебя валяется в базе, ты потенциально подставляешь себя в то, что ты не знаешь, выдержит твоя аппликуха каких-то нагрузок или не выдержит, потому что не можешь посчитать количество горутин, которые будут запущены, и как вообще скедулер их выдержит. Вот, первое, мы не знаем насчет нагрузок, второе, мы не контролируем, когда они закончатся, то есть у нас нет никаких абсолютно гарантий, что вот эта вот функция, она закончит свою работу, либо что она, в принципе, будет запущена до того, как наша аппликуха выйдет. Да и вот это не факт, что будет выполнено. То есть мы не знаем, когда работа будет закончена. И третья проблема, мы не можем прерывать работу раньше, чем мы ее закончили. То есть в случае, если мы запускаем какую-то обработку, потом к нам приходит сигнал, что мы апдейтим этот инстанс, и нам надо убить аппликуху, аппликуха должна просигнализировать внутрь, сказать, все, тормозяй свою работу, она нам не нужна больше, вот, обработаем в следующий раз, вот. И мы можем послать какой-то сигнал, все эти горутины останавливаются на середине обработки этого слайса, вот, и работа прерывается. То есть тут у нас этой возможности нет. Что тоже плохо. Вот, ну, я думаю, это все, да. Да, это все три проблемы. Следующее. Горутина, которая заблокирована. То есть тут у нас была проблема с тем, что горутины плодятся, разлетаются, у нас их очень много, они просто как дерево рассыпаются. Вот, и мы их не контролируем. Тут же у нас проблема в том, что даже если у нас одна горутина в час запускается, то через N часов работы нашего сервиса у нас просто скопится куча горутин, которые никогда не будут разблокированы. Вот. А скедулер все равно их будет чекать, походу. Вот, в чем здесь проблема? То есть это очень банальный пример, чтобы его можно было просто запустить и увидеть, как он блокируется. Что здесь происходит? Мы запускаем горутину, у нас тут есть какой-то неловый канал, и мы пытаемся прочитать из нелового канала. То есть это может произойти по куче разных причин, потому что конкуренция, в принципе, сложная штука, и предвидеть все кейсы достаточно сложно сразу. Поэтому нужно... Поэтому такие случаи могут происходить. Не так явно, как я тут написал, но... они могут появиться. То есть второй тип — это горутина, которая блокируется навечно, и мы ничего с этим сделать не можем. C создана локально, ожидаем читать из C,
Никто никогда цены не подменит, поэтому все, рутина заблокирована. Вот. Ну и третий пример, это самый безобидный, но достаточно распространенный, это лики по незнанию. По незнанию каких-то стандартных решений. Вот. И с тайм-автором это, наверное, самое известное. Вот, о ней статей куча было. Вот. Тут проблема в том, что... Ну, не проблема. Сначала, что у нас делает код? То есть у нас есть select, который пытается прочитать либо из первого канала, либо из второго канала. И у нас тут есть два тайм-автора. Тайм-автор возвращает канал, в который придет сигнал через переданный duration. В данном случае через час. И в данном случае... через секунду. То есть, понятное дело, тут очевидно, что сработает сразу второй, мы выполним какую-то логику и пойдем себе дальше гулять. Но тайм-автор реализован таким образом, что под капотом он запускает еще одну гарантину, которая будет остановлена только через time duration, не раньше. Вот, поэтому если у нас есть какая-то вероятность того, что если у нас есть вероятность того, что мы выйдем из селекта раньше, чем наш автор, то наш тайм-автор лучше заменить на тайм-тикер. Потому что тайм-тикер — это, в принципе, то же самое, только мы можем вызвать функцию stop на тикере. Вот. Ну и таким образом загасить гарутину. Вот. То есть третий вид гарутин ликов — это лики по незнанию. Окей. С ликами все. Переходим к датрейсам. Тут два очень простых примера, но очень распространенных. Вот. Первый — это вообще звезда хит-парада. Это кэш в глобальной переменной. Все как бы хорошо, все счастье. Вот. Только до тех пор, пока мы не начинаем обращаться из двух гарутин. Вот. Либо же, когда у нас появляется два CPU. На одном проекте у меня даже была ситуация, там, где очень-очень часто использовались кэши, вот такие вот глобальные, ну, не кэши, а в принципе, все что угодно хранилось в глобальном. Сори, тебе меньше минуты.